всегда, это любовь. Абсолютно ко всему. К себе. Любовь к жизни. Любовь к родным и близким. Любовь к детям. Она безусловна. Они наши продолжения. Мы можем научить их любить. Обнимать. Согревать. Поддерживать. Не обижать. Беречь. И мы можем это сделать. Только своим примером. Поэтому, пожалуйста, держите свои души в чистоте, в любви. И они будут делать так же,